Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня мы пришли в заброшенную школу. Ученики студии иностранных языков Language Bridge попробовали себя в роли блогеров. На осенних каникулах педагоги придумали для них много интересных и познавательных занятий. Одно из них посвятили видеоблогингу. Ребят разделили на две команды. Задача каждой – написать сценарий, распределить роли и снять двухминутное видео в любом формате и жанре. Скетч, интервью, обзор, пранк, челлендж и прочее. Как только прозвучало задание, начались бурное обсуждение, а затем языковая школа превратилась в съемочную площадку. Мы готовим страшный румтур. Сначала мы думали или страшилки, или румтур, но чтобы не ругаться, мы решили это совместить. Румтур – это обзор какой-то местности. Подозрительные исчезновения, странные встречи. Видео ребят получилось загадочным и мистическим. Другая команда свой выбор остановила на увлечении компьютерными играми. А именно одной из самых популярных игр среди детей сегодня – Geometry Dash. А почему у тебя 2 года не было? Я уже все самые сложные уровни прошел. Что? Да как это возможно? Главный герой видео – мальчик, который настолько увлекся своей игрой, что не заметил, как пролетело 2 года. С удивлением он знакомится с новым миром, в который попал. Решил взглянуть на улицу и прогуляться. Шел и встретил там разработчика игры. И он спросил, когда выйдет версия 2.2. А он ему ответил за то, что они уже выпустили 3.4. После необычного путешествия герой просыпается в своей комнате и понимает, что это был всего лишь сон. Мораль – не уходить с головой в игры и помнить о реальном мире. Осенние каникулы в языковой студии проходят весело и продуктивно. Также мы успели хорошо позавтракать, мы успели вкусно пообедать. Мы успели также заняться программированием в программе Scratch, где ребята на протяжении всей смены создают свои собственные проекты. И в конце смены у нас будут проекты, где они покажут свои работы, точнее свои мультики, либо представят нам свою игру. Также ребята не забывают и о занятиях по английскому, немецкому и испанскому языкам. Language Bridge помогает маленьким саровчанам преодолеть языковой барьер. Студия иностранных языков находится по адресу улица Садовая, дом 68/1. Телефоны 4-7101, 7-930-687-97-99.